Роман, у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный в рот! Ой, Серёж, какой ты умница! Таня! А что если я не справилась? Что делаешь? Я? Да. Йо! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это кто-то бантика. Сидели в машине. Димочка, ёбаный, блядь.
Ебануся нахуй. Кто не ударил? Я охуею. У меня что? Я больше. Ой. Скорую, 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 звони! Блять, ну ёбаный в рот, нахуй! Куда-то вылезла нафиг! Уйди с дороги! Я не могу! Через пару мгновений Музи с Музи. То самое место, которое разрушает музыкальные стереотипы. Блин, музыкальный стереотип, я не знаю. Вы замечаете, что сейчас используется такой ход, такой прием в музыке, в создании музыки, когда записывается вокал и опускается низко. Ух ты! Нихуя ты, смотри, что ебать. Виновата, сучка. Солдат во время службы становится наркоманами и алкоголиками. Треть украинских силовиков поступает в психиатрические отделения, которые зачастую приводят к суициду. Сергей Глобус, Вести ФМ. Куда ты жмешься, ебаный дихлофос, блядь? Заебись, блядь, молодцы, сука. Ну хули ты пол дороги-то перегородил, ёб твою мать? Дебил, блядь. Запиши номер, у меня записано. Смотрите в фильме «Елки лохматые» в кино с 29 января для детей старше 6 лет. Блять!
попали.